Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятки, подписываемся на мой игровой телеграм-канал, ребятки. Ребята, слушаем Бэби Мэйл. Мэйло. Бэби Мэйло, да, ребятки. Он пока в контрах с виперами, ребятки, да, с виперами. Поэтому он пока в бригаду не входит. А я-то, знаете, я же випер, да? Это же моя бригада, да? Я не знаю, он хочет, конечно. Видите, он какие глаза нарисовал. Значит, он хочет уже. В бригаду войти. Да, бригаду. Бригада мошенников. Старается. Видите, пока он, видите, какая картинка у него? Старается. Ну, я не знаю еще, ребятки. Надо еще, ребятки, думать, как мои друзья скажут. Он с ними-то в контрах. Поэтому, ребятки, не знаю даже, что сказать. Ну, послушать-то можно нам его. Ну, а в команду примешь? В бригаду матершинников. Он тоже матершинник хороший. Он матершинник первой гильдии, но пока молодой он еще. Не обтесанный. Давай, друзья, послушаем. Ребят, так просится, он просится. В бригаду. Прям ему ебало! Ты же не такая, тебя полгорода ебало! Целующий рот, не знал, сколько хуёв ты дала! Оппонент от папы хуяхал без номинала! Ему 15 лет, вроде. Ну, а что удивляемся мы? Мы не удивляемся. Он молодой. Он только, ну, он давно, наверное, поёт, да? Ну, несколько лет, наверное, исполняет. Несколько лет, да. Он должен через пройти через это, через маты, через вот эти треки такие, он должен пройти. Конечно, он очень талантливый молодой человек. У него голос очень красивый. Он умеет петь. Он талантливый, ребят, действительно. Но со временем, я думаю, он все равно исправится. Он будет уже нормальный трек у него будет. И потом он вообще не будет матов там. А пока через это все проходит, ребятки. Не знаю почему. Ну, слушаем, друзья. Песня похуй, даже если камеры. Ролю брату, брату, везет тело в черном хаммере. Твои покалки хуйня, у меня пацаны из-за паленый покер, долбоеб, он приносит деньги бабины. Мой сукан может скурить всех твоих шутеров. Мы отдать все в секрете, почему на базах кровь. Я ебал ее вчера, сегодня трах и звонок. Я всего лишь там лишал, почему же, блядь, он не. Ну я что скажу, ребятки? Ну вот, говорит про девушку, да, что там он с ней творит, да. Я понимаю, ребятки, ну такая девушка. Хорошая-то не будет девушка с ним, правильно? Ну, они выбирают подстать себе, которая творит чудеса всем подряд. Вот и все, ребятки. Хорошей девочки не будет. Ребят, что скажу? Конечно, он талантливый, да. И он поет так хорошо, и вот все у него четко, качественно, и музыка, да. Все, ну были бы другие слова, ребят, да, это... Ребятки, ну вот он, например, пел бы, например, про школу, да, про баскетбол пел бы, например, про пиццу, да, вот, ну просто, я так говорю, банальные песню вещи. Песню про да. пиццу? Например, а что, я иду по городу, закусил пиццу, например, там еще что-нибудь, да, или какую-нибудь любовь. Дал откусить пиццу девчонке. Да, 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 а она не захотела, я ее догнал, оставил покушать, ну он просто, да, я просто говорю образно, ребятки, и мне кажется, трек бы не хуже был, ну, ребят, не хуже был бы, только ха-ха ловили бы все, да, ребят? А здесь, ну, мат, ребят. Агрессия. Агрессия, мат. Ну, конечно, не нравится мне это. Ты знакомый, два часа уже прыгает на мой шее. Если ты ушел живым, то считай это добрый жест. Прям ему ебало. Ты же не такая, тебя полгорода ебало. Целующий рот, не знал, сколько хуев ты дала. Оппонент на папу хуяху без номинала. Друзья, что скажу? У него голос есть, конечно, ребятки. Голос у него красивый, ребятки. Поет очень с выражением. Прям он... Красиво поет. Да, красиво. Но... И музыка хорошая. И музыка красивая. Ребятки, да, текст мне не понравился. Текст страшный. Текст страшный, да. Прям не знаю я.
Я вам говорю, он талантливый молодой человек, он по-другому будет петь скоро, ребят. Вот Максик наш, как он творил чудеса, помните, какие песни пел. Сейчас все, не пускают никуда с такими треками. Предупреждение получил, сейчас хорошо поет. Умница, сейчас прям дисциплинированный, хорошие треки, зал собирает. Он тоже так же, ребятки, будет. Вы что думаете, это он пока хорохорится, да, ребятки? А потом все равно он изменится. Пока, друзья. Ну, пока в бригаду не беру, пока нет. Пока, друзья.